Жертвами шторма, который обрушился на северо-запад США, стали 2 человека. Жительница штата Иллинойс скончалась в больнице, куда была доставлена в критическом состоянии. На нее рухнуло дерево. Житель Мичигана погиб после того, как коснулся линии электропередач, находившейся под напряжением. Непогода обрушилась на северо-запад США в пятницу. Штормовой ветер, достигавший в ряде районов скорости 120 км в час, выкорчевывал деревья и срывал линии электропередач. Более 600 тысяч человек остались без электричества. Местные власти намерены полностью возобновить электроснабжение пострадавших регионов в понедельник.